Я просто богатый, понял? У меня 7 миллионов на балансе. Ема, ты богатый! Вот это да! Нет! Свобода! Вы что, угораете? Сейчас у Ветрова будет инфаркт. Во, есть, поехали. Режим штур запущен. Сюда! Штурмовики, let's go! Кто чё, негид лутается? Так, ну что, ребят, всех рад приветствовать, вы на канале Кент Метро Рояль, и это, наконец-таки, спустя долгое время, новый ролик на моем канале. Ну и сегодня я для вас, я не мог для вас просто ролик приготовить, я для вас особенный ролик сделал, подготовил, приготовил. Сегодня я совместно с еще тремя стримерами будем делать что-то, нечто, играть бомжами, играть режим штурм. А мы будем с такими людьми, как Ветрил, Тесс, Закон, и это все компашечка, 4 просто стримера, которые будут устраивать в Метро Рояль что-то особенное. Поэтому, братцы, хотите, чтобы Кен вдохновлялся новыми идеями, новыми роликами, чтобы почаще ролики выходили? С каждого, братцы, просто с каждого лайкосика обязательно максимальная поддержка от вас, это лучшая мотивация. Поэтому, братцы, всем приятного просмотра. Мы начинаем, поехали, так сказать, но перед началом ролика, как всегда, ну, небольшая маленькая рекламка. Так, братва, я, конечно же, вам всем хочу порекомендовать отличнейший сайт, сайт FunPay. Это спонсор моего канала уже почти год, даже, наверное, больше. Это сайт, на котором мы можем, каждый из вас, кто не может сам себе нафармить вещей, вы можете себе за какие-то копейки купить, я не знаю, шмотки шестые. Можете себе купить юсишки, можете себе купить популярность, кто участвует в битве ПП. Это что-то с чем-то. Но вещи в Метро Рояль можно купить просто за сущие копейки. Какой-нибудь фулл 6 сет, голова, броня, сумка, МКшка, вышка вы найдете за 30-50 рублей. Сопровождение на ратку вы можете найти от 50 рублей и, конечно, уже выше от того, что вы хотите, что желаете. Поэтому, братцы, залетайте на этот сайт, кайфуйте, покупайте себе популярность, покупайте себе UC, приобретайте вещи в Метро Рояль, не надо нигде переплачивать. Просто вот лучшие вещи в Метро Рояль, самые дешевые только на данном сайте. Поэтому, братцы, всех обнял. Ссылочка под роликом. Здорово, парни. Здорово. Так, что у нас сегодня челлендж, да, получается? Так, телевизорку сразу отдам. Сегодня мы будем играть только с МКшками, да, и фулл голые. Да, полностью все вообще себя снимаете абсолютно. Голые. Да, да. Полностью вообще. Только одна МКшка, на МКшку вешайте теплак, чтобы вам хватило выкладки. Рюкзак. Нет, вообще без всего. Прям максимально без всего. Я поставлю тогда просто обычную вышку, я не хочу ее терять, если честно. Да, просто я чувствую, что я смогу потерять, так. А мы этот будем, как его, фулл Т3 или просто без брони, без всего? Ну, давайте попробуем так сейчас, чисто одной МКшкой. Все, без рюкзака, без шлема, без брони, только одна МКшка, вышка. Все, теплак здесь. Не, ну это будет жестко, это прям будет вообще забей. Это нам будет не как фулл шестеркой бегать. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто, чтобы ты понимал, мы с одной тычки будем умирать. Ну да. Надо было Виктора надеть. Ну вообще да. Типа в Викторах фулл бегать на массе. А, кстати, а на ратку-то мы не сможем пойти. Ну почему, мы сейчас сможем схитрить там как-нибудь. Что-нибудь придумаем, я думаю. А, ты имеешь в виду там по краешку так заходить? Да, ну нам придется как-нибудь закрысить кого-нибудь. Давайте попробуем, давайте сейчас босса заберем вот этого, чтобы нам что-нибудь одеть на себя хотя бы. Не, ну босса там мы здесь закроем, я думаю. Ну, понятное дело. Он и может нас воткнуть. Ой, наверх. Давай, быстрее. Красные! Делайте, делайте, мужики, делайте! Я нокнул, нокнул. Нормально, нормально. Красные с этого... С моба выпало, прикиньте. Да, с моба выпало, нормально. Тут розовые парни, что-то. О, четвертый рюкзак. О, кобра, я бы забрал такое себе что-нибудь. Пятый броник. Сейга я забрал. Че, let's go-то? Давайте. Да, да, да. Да, погнали, погнали. Может сразу же в сторону ракеты пойти. Ну да. Тут же еще есть, да? Забирай, забирай. Еще сверху. Забрал. Найс, 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 найс. Красненький, отлично. У меня тоже броник с тканью. Так, парни, будем скидывать друг другу броник, чтобы это... У кого... У меня ткани нет. Да, я понял, если у кого-то хп будет проседать. Ема, там двойка, парни, сверху. Хорош.
Забей, как за ними носят. Найс. Тёк. Он на одно, на одно. Хорошо. На одно. Я просто закажу. На, держи, держи, держи. Надо запушивать, они зарезались. Идёт. Ой, извиняюсь. Давай, давай, давай. Слева еще идет. Слева, слева, слева. Хорошо, хорошо, хорошо. Да я скрестил. Еще, ребят, да? Еще, еще, еще. Я откисаю от зоны. У меня такая же история. Просто забери костюм вот тут. Да, у меня не хватило. Да, брат, костюм, костюм нужен сразу. Так, а че мне, как мы тогда делаем? А, я тогда кому-то из вас скидываю броник или не, как? Не, не надо, не, 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 не надо вытаскивать ничего. Как есть, все окей, остается. То есть как? Опять все выкидываем, да, и играем так мы можем сейчас все скинуть, или можем сейчас продолжить то, в чем есть, типа до конца фулл 6 одевать. Или можем реально сейчас пойти опять. Ну, как бы интересно будет. Мне кажется, 5. Интересно будет. Давайте еще так. Че, опять все, все скидываем, снимем, да? Давай, давай, давай. Все, окей, окей, окей. А это мы сейчас можем вот сюда метку поставить, прям можем прям вот так наискосок идти. Пару пачек. Мы за тобой. Мы за тобой, бро. Ну, можем. Нет, пойдемте лучше, сейчас мы босса также сбоку внизу убьем. Погнали. Да, погнали, босса. Чтобы нам хотя бы хоть что-то на себя одеть. На босс не вариант. Нам уже сзади греют, да? А, нет? Нет, нет, все, нет, это закон. Не, я просто я увидел выстрел на карте, все. Вот босс перед нами. Угу. По мне стреляют? Опа. А вот и слева, ребята, уже. Фулл шестые, без головы один. Угу. Можно вот это здание, крышу занять, ребят. Один нокдаун. Ой, хорош. Хорош. А, хорошо. За камнем. Да, один пробегает. Один нокдаун, один перед мной. И вот тут еще. Один упор, ребят. Да, один упор, один упор. Блин, одно, одно, одно. Нокнул. Еще одно. Вот это мы-то подолжим. Нет. Как ты? На одно, на? Не, не одно, не одно. Я отползаю. Еще один, еще один. Закон, закон, брат. Я не вижу. Они резают здесь. Последний остался здесь. У меня еще, похоже, другие типы. Он добивать будет, да? Да вроде нет. Добил! Блин! Там двойка, оказывается, был. Ну, я нок дал, ты нок дал. И тест, да, по-моему? А нет, тест не дал. А, нет, закон дал, тест. Закон дал нок. Я вообще по другим парням давал, оказывается, нок. А-а-а. У меня другие типа были. А у вас есть фулл четверка здесь. А, закон, смотри, у тебя справа крыша есть, ты можешь вообще на нее уйти. Один подо мной. Я его ханчу просто. Хорош. Делаешь? Ой, хорош. Делаешь, оба. Хорош, нормально. Лучше. Хорош. Найс, 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 найс. И слева еще. Хорош. А, ну и все. А, еще, еще. Двойка, два типа, брат. Два типа там бежит. Ну-ка. Один смоки вроде пробежал. Ой-ой-ой. На сверху. Забей. Не, ну тут забей с бриф за секунду. Он одну пулю дает и все. Тут реально без шансов. Тут нужно супер аккуратно играть. Окей, а что если мы с тобой отбежим немного? А вы этих можете лутануть? У них может что-нибудь есть? Нет вообще? Не по вещам? У одного патроны только. Ну снизу, да, у них вообще фиолетовые, да. Чайно. Еще может. О, теперь мои модераторы стали Кент. Кент Риден и Кент Беба. Не упорю, блин. А это не мое, это... А, это... Каленый у тебя, брат, не знаю, но... Хорош. Хорош. Делай. На СС-ыч, лучший, брат, делаем их нахрен. Один тип остался, брат. Делаю ему хуя. Делаю ему хуя. А, он дальше, видимо. Он там же где-то да вон окнул, дал ему. Вижу. Да, видишь, видишь. Ой, хорошо, и слева ласт, слева ласт. Вдалеке где-то остался. Там, где маленькая вышка, по идее, где-то там был. Давайте, парни, делаем, тащите, брат. Тащите просто за всех, за нас. Так, все, гол? Да, да, я готов. Let's go. Let's go. Надеюсь, мы сейчас все выживем, блин. Да, вот хочется, чтобы мы все вместе выжили, и чтобы это вот прям четко было. Ну мы попали прям, нам прям на лицо пачка получается зашла. Я вообще не знаю, где мы. Нормально. У нас метро рядом. Мы на уикенде. Ну то есть вот до этого мы появлялись, по-моему, вот здесь метку я поставил. Да, 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 да. Да, и как раз сейчас здесь перед нами тоже пачка, ниже еще пачка, и вот эти сбоку пойдут. Вот сюда тогда, получается, бежим. Погнали. Вот. Голожопики бегут. Ну, типы сейчас справа могут к нам сюда подняться. И прямо вот они справа, они там на канатке. И могут нас закрывать. Справа фулл побежит. Да, и ошалеть! Не надо, не надо, не надо! Куда? Один нокдал. Ютуб жиза. Не буду тут. За КамАЗом все спрятались, да?
Судьба. А, они пробегают дальше, они пробегают метро, ребят. Забейте, они вообще забили на нас. Короче, они не будут с нами файтиться. У них идет сейчас битва. А, не-не-не, один за деревом остался, парень, один за деревом остался. Что-то делать. Есть хаешечка ему. Слушай, кто слева бы остался или... Ох ты, блин, попал. Хаешка, еще одна! Ты сюда кинул! Что? А, нам еще прилетело. Не пойму, откуда. Да, парни, они, нормально. Они там за деревом. Да, они душат. Ну я дал много, я не знаю, не до ног, короче, он. А, под ящиком вот здесь, три типа, брат, под ящиком, забей тут, Unreal. Че, тебе скинуть им кашку туда? Не-не-не, у меня все есть, за это не просто. Я просто богатый, понял, у меня 7 миллионов, надо баланс. Ематы богатые! Вот это да! Пацаны, я должен был выпендриваться, понимаете, должен был. Ну ладно, брат, тут у меня немножко есть миллиардами. Пару миллиардов. Кстати, тоже это неплохое место. Че у нас? Так это то же самое, да, по-моему? Мы здесь спаунились. Нет, мы вон там, вот мы следующий спаун, где нас две пачки приняли. Где закон остался? Так, закон, да. Держи. Вот тебе скинул тем кашку. Так, короче, не соляемся, доходим до босса. Идем к боссу, да, сейчас? Да, они потом придут к нам, люди, навстречу. Так, первый раз по закону сразу слева, типа, из горы начали стрелять. Сзади есть, парни. Я пытаюсь убежать. У нас, парни, оттуда же закон, где были типы? Да. Тройка. Бежит фоллопани. Найс, дели вот это. Я камень нокнул. Нокнул второго, он там есть. Четвертый. Даем. У забора парня. Найс. Постой, по идее там же, наверное. А, да, там же слева. За камень. Это лоха, парни, вообще ноль. Да мы даем на это. Я нормально здесь буду все. На угла беру, потягиваю. Да, я здесь ок. Он оббегает. Скокну. Еще шестерка парня тут есть. Лишняя? Забрал ее, костюм. Че, босса офигачит? Да, давайте. Да, да, босса закроем. Сейчас я хоть что-нибудь на себе одену. А, Тесс еще не одетый. Да. Не, Тесс, подожди, Тесс не одет разве? Нет, я голый, бро. Голый. Танкует. Красный. Я тоже помог жестко, это парни. Бот. Это бот бежит. Стальной фронт. Стальной фронт. Пол-6. Броник. Да, броник пол-6. Че, кому что выпало? Да, на все. У меня каска выпала, короче, парни. Скидываю каску. Мне, в принципе, без каски поиграется норм. Некит, забери каску. Забери. Забрал. Поехали, все, давай, пошли на воду. Пошли сюда. Кстати, а можно же просто ткань перекидывать? Не обязательно же броник. Типа убор. Понял? А, не тиммитс, тиммитс. Про за камнем справа. Да, чё, мы тимимся или чё? Да я не знаю. Да хз, наверное, пускай, не стоит. Пускай уходит вообще-то отсюда. Они на стрим снайперинс. Чуваки, Кен говорит, уходим. Просто, пускай, стороны, пускай уходит отсюда. Они тут броники скидывают зачем-то. Парни, уходите. А, они тут броники дарят нам. А, это Патрик. А зачем доел ТТС? Да, и я каник забил. Да не, знаешь, это, короче, это... Добрый, очень добрый стрим. Да, я знаю кто, я понял. Я да, просто, их можно убивать, они не обидятся. А что, их угнать вариант? Ну я думаю, я да. Не знаю, что делать, ну давай, поехали. Ну уже делать? Пофиг, что, есть. Блин, слишком тихо. Старайся только не стрелять по собакам. А, есть супер май. Отлично. На 330. Закон-то один. Заполз наверх. А, с ником. Они второй этаж, да, получается? Да, брат, да. Я хай еще закину. А, чел есть! Найс. Еще лучше. Да, где-то еще топал как будто. У меня. Двойка. Да, справа. Здесь. Побежал на улицу. Okay. Дал ему. Да, просто убегает, Найс. Че с него? Не рано. А чисто выпало, сейчас я чекну. Ну, конечно, мы уже в фулл шестых бегаем, такие слишком уже заряженные пацаны, конечно. Да, но в фулл шесть уже, да, уже приятнее играть, это факт. Быстро. Парни. Что такое? Вернитесь, пожалуйста.
Взрываемся, ребят, взрываемся. Пожалуйста, пожалуйста. Что, все дружно? Нет. Только я. Золотой! Только не МКАшка! Кашечка золотая. Тед, забирай. Вот эти ее, мужики! Подожди, слушай, Кент, а по правилам я могу, чтобы вы мне потом отдали ее? Да, чего нет-то? Пацаны, пацаны, закон, Тес. Не, ну что, давайте. Ну, в метро на мужика надо так делать, чего вы? Нет, Слабон! Вы чего, вы угораете? Сейчас у метро будет инфаркт. Пойдет. Парни, вы что творите-то? Ни у кого он не золотой, нормально. Нет золотого. Фух, красный. Я надеюсь, я красный? Красный, да. Ну, Сила, ты что творишь, блин? Блин, я твою МКшку профукал эту, а? Блин, мы опять тут же. А, подожди, ты профукал МКшку. Я свою, да, которую мне Кент скидывал. Я, мы вообще фух, не говорит, имели. Нифига не фух, блин. А у тебя какая МКшка сейчас? У тебя сейчас какая, кобра? На кобру свою забери обратно, давай. Тест, у тебя шнурки развязались, аккуратно. Блин. Загнался, слышишь? Просто это. Да, бегут перед нами, ребят. Да, вижу. Двойка минимум. Они голые вроде, нет? Да, как бы. Нет, шестерка. Сталика, спалили нас за камнем здесь. Вырубил. Авик, ребят, аккуратно. Текстуру добить не могу. Один левее бежит. А, Никита один прям слева окей, крутит. Окей, понял. Очень высоко еще один. Вот здесь, метку даю. Угу. Постараюсь сейчас сбрить его. Понял, пробежал под камень. Дал ему неплохо. Двое, там уже. Да, двойка слева, да. Один еще ниже. Как будто убегает, нет? Нет, они нас слева очень круто крутят. Да, нас крутят. Никогда ты под деревом только, да, стоишь? Не, я под камешком здесь, нормально. Да, а у меня контроль. Дай отбежать, короче, тоже. Я не высовываюсь. Да, там трое. Трое под деревом, да? Ну, а ты за камнем? Ну, я через... Может, пройдем? Я по вере похожу. Ребят, аккуратно, справа еще идут. Я в тупую иду, как дурачок. Ребят, нас сзади идут, откуда мы пришли? Нокнул одного. Шестерки идут. Нокнул парня. Еще один там. Никитас, я подхожу к тебе. Вайп, здесь вайп. Так, меня за шестерку забрал. Золотой, парни! Ребят, у нас здесь еще... Авик золото. Не знаю, где пока. Что-то горит, слышишь, в общем, чате сейчас горит. Так, ну я только одну шестерку здесь. Сюда бежал, он забрал его. Но где-то, видимо, еще. Странно, шестерка сюда одна прошла, а где тиммейты? А в этом, там сверху сколько получается народу? Трое, да, три типа было. Ух, ема, братан, ты давай тоже. Да с какой-то бессмертный. Ой-ой-ой! Золотой! И по мне попал. Все поднимает. Хорош. Ну. Так, что тут? Шестой шлем. Сталик золотой. 87. 87. Броник 99. Сколько? Я не знаю, а как вы определяете? А тут цифры, кости. 42, цифры. Тут кости, видишь? Здесь кости бросаешь. А, да. Не, кому выпало? О, мне упал! Сюда! Ну-ка, подожди, что, как узнать? Можно же, да, поставить, да, какие у него здесь? Да, сбоку нажми на него. Нельзя, а, во. У толщины материал, защита, увеличит защиту от пробивания на 10%? Не, ну прикольно. На тебе, стой, сразу у тебя уже есть этот, на тебе это броник, одень на себя, сразу тоже скажите сказки, хотя бы хоть какой-то толк может быть у нас. Чтобы... Один обнал. Опа, еще слева! Хорош. Вот здесь, хорошо. Ребят. Все там убили. Шесть. С головой. Офигеть. Убил. Золотой! Надо вниз. Тест. Мы выползаем вниз, да. Этот сбоку. Он золотой, да. Я успею, Никит? Прям просто сразу беги, надо. Просто беги вниз, да. На руки возьмите кто-нибудь меня, пацан, сейчас откисну. Сейчас, брат. Я норм. Все. Все, резай. Резай, брат! Меня, брат! Тес на руки взял. Тише.
Да я запаниковал, блин! У меня кнопки рядом, понял? Я промазал просто. А спаун что, нормально или нет? Первый раз увижу что-то. Да, в целом норм. То есть у нас щелы будут вот здесь, на зеленой метке. Да, их нет. Че, в метроху тогда спускаемся или как? Давай. А, не-не, боссы. Зачем из метро там боссы же, да? Да, можем одеться, и потом, пока они там сейчас... Mm-hmm. Потом можем по льду опять так же пройти. Да. Розовый. Тоже неплохо. Ну, четвертый рюкзак. Т4. Да, Т4 фулл выпало. Так, парни, если что там... Молик только что горел. На сверху, на втором этаже есть тип один. Слева, справа? В комнате, второй этаж. Вот, за ящиком, справа. Да, вижу. Ребят, вижу. Такие тайминги, что у нас сейчас сзади спине будут еще люди. Да. А, шалетняя голову сняли. Я пройду. Он проходит. Пройдешь? Нет, нормально. Да, ты проходишь, он... Сразу доел. А, шалетняя, мне молик дали. Я минус. Не пикай, здесь чел смотрит. Сзади, ребят, вот я говорю, тайминги. Забей, тут тяжело. Мы рано. Мы голые здесь полезно. Так, пацаны, смотрите метку даем. Смотрите, вот ровно 230, вот камень, видите? Вот сейчас там вот прям правее. Вот ровно 230, смотрите. Там чуть правее фулл пак сейчас будет. Все, погазовали. Есть, идут, пацаны, тихо. Идут. Да, идут. Жалко бедолагу. На одну прям забрал. Набил. Классный выпал. Застилил, да, брат? Застилил. Сори. Тут как бы... Давай. Выживает сильнейший, я понял. Да. Потом пришел. Еще идут. Он за стенкой стоит. Ешка. Некий, смотри, у тебя может здесь один проход, он там, кто-то может один из них обойти нас. Давай, я с тобой здесь. Меня типушек. Нормально. Отходи. Не, брат, тут не вариант. Я смог. Нам молик нужен будет сейчас. Отходи, отползай. Молик, кидайте молик уже. Уже идет. Ой, я ему этот... Дал молик. Поднимай, я буду еще молик. Я ему аптечку кинул. Здесь стоит уже, за углом, пацаны. Thank you. Блин, ай-яй-яй, хаешку я грел ему. Уходит. Хорошо. Че, он сольник? Блин, фиолетовый, да, сольник. Сразу фиолетовый. Слиток нашел, прикиньте. Кто че, негид лутается? Еще он же волняет там. Да, давайте к воде. Тест, давай к воде бежим. Нет, это... У меня уже этот... Мне тоже. Ну это пока нормально. Пока нормально еще. А здесь кто-то проходил, здесь ящик лежит. Опа. Тут файт. Watch out! Нет, ты не хочешь умирать. Есть, он перед нами. Watch out! Спиной стоит, тип. Ух. Почему с пару патронов? Шестерки, о, перед нами есть, закон у тебя. Последний контейнер. Его на окно летали. Он до полевой, да, как будто? Кто чел? Еще чел упор здесь, пацаны. Еще, у меня. Да, вижу. Закон у тебя. А тот на белом холме, да? Здесь нет. Да, он был. Хорош. Слева на окно. Забрал его. Это который был около холма. Че, может, ты моего? У нас здесь закон один, по-моему, под забором. Вот где вот прямо тут около меня за забором. Че, будем рисковать, пробовать? Попробую, как и я, да, разобрать. Давайте втроем просто выйдем на лицо, я думаю, че. Блин, нам одну тычку каждому даст. Непонятно, где вот он, слева или справа вообще. Не видно, да? Не, у меня фри. Да, его вообще не видно. Ага. Он стоит где-то там сзади, он в других воротах. Да, вижу, да, за забором. А, вот он. А мог ли примерно? Под тебя открылся, Никит. Найс, все. Хорош. Все это сделал. Ну, опять пососал. Да не, нормально все. Я в любом случае бы его не забрал бы. Так, теперь у нас будет штурм, да, на седьмой карте?
А как мы штурм делаем? 300 тысяч выкладку делаете, и все, больше ничего брать не надо вообще. Просто даже сумку ничего не берите. 300 тысяч выкладку, и все, и хватит. Да можешь с одной МКшкой стоять также, с теплаком. Окей, сейчас, сек. Во, есть, поехали, режим штурм запущен. Сюда! Штурмовики, let's go! Смотрите, здесь босс должен быть. Да, его не убили. Давайте убивать быстрее. Пацаны, у нас патронов очень мало, лучше одиночками бабахайте. А мы его загасим. Пацаны, у нас патроны. Пацаны, стойте, парни, у нас патронов не будет, ребят. У нас патронов не останется. Пошлите лучше отсюда. Реально, мы сейчас потом. Ну да. Мы ему просто щекочем, понимаешь, под мышечки. То есть мы попали в самый разгар сейчас файта. Окей, что нам делать сейчас? Брат, просто уничтожать. Все, что видишь, уничтожать с ржавых патронов. Понял, окей, и с мутанта тем более. Смотрите, пацаны, вот смотрите, стоит шестерка, но мне кажется, лучше не палиться, мы можем трупы другие залутать. Но мы можем его сбрить. Но мы спалимся, ребят, жестко. Ну давайте, готовы? Раз, два, три. Нокнули! Хорош! Зря, отходи, пацаны. Хорошо! Тех чебурек, бро. Сюда. Хорош. Лутаемся, пацаны, там просто. Там еще и люди есть, там еще должны быть люди. Они стояли не просто, мне кажется. Блин, поешки. Сори, брат, но выживай сильнейший. Понял. О, четвертая красочка. Я все забрал. Ой. Кидай хая. Брат, калаш. Ааа, нет, что я сделал? Хая. Ай-яй-яй, брат, добивает сразу. Добилось! Что вы сделали? Брат, я сделал только что хаешку в своих же тиммейтов, у меня хаешка выкинулась. Да почему именно... Почему именно я оказался там впереди? Что сейчас было, брат, ты видел эту фигню? Вы просто ржавых патронов пацанов развалили. Сюда! Прикиньте лицо их, когда их бомжи просто развалили. С ржавых патронов. А не у кого пластины-то нет? А у закона шлем, брони шестой, у тебя нету? У меня у меня нет. Пластины, я погнал, давайте. У меня нет. Я пошел лутаться, Никит, если что, я лутаться пошел. Я с тобой. Да не, Никит, я уже ушел. Я с тобой, брат. Не брат, ты мне должен. Моя раз. Я реально отвечаю. Надо потом пересмотреть. Я вам хаишку закинул, чтобы вы понимали. А вы так это. Кто? Тесты? О, чел справа. Да, вижу, брат, вижу. За КамАЗом чел? А, блин, брат. Никит. Махнул его. Хорош, красавчик. Еще за КамАЗом до сих пор есть. Еще есть, да? Двойка, два типа, брат. А мне сердце бьет. Некогда. А, блин, чел у меня уже вот тут, парни. Хорош. Золотой. Золотой. Надеюсь, броник. Да, справа бежит. Нокнул. У нас такой еще по заборам. Нокнул тест, если не ошибаюсь. Да. Не, это другой. Блин, наверное, зря я добил. Можно было, чтобы он отрезал его. А, один передо мной здесь, да. Убегает, бро. Спрашивают, можно уйти? Спрашивают. Ну, пусть уходит, наверное, да? Давай! Ушел быстро по грязному! Все ИСУ скинул! Быстро весь ИСУ скинул! Я бедный, скинь мне! Я штурм! Два красных! Плиз, пожалуйста, души! Все, отпускаю! Давай, утконос! Пока, утконос! Это, Кент, что нам получается выходить? Нам же здесь смысла уже лутаться нет, правильно же я говорю? Да, и если у вас в рюкзаке, по-моему, нет ничего такого, то вы можете даже нажать настройки лобби выход или даже хаешки, то все, что на вас есть, все сохраняется. Но нет, вы как бы лучше идите на выход. Но у меня что, шлем? Конечно, лучше выносите. Не, лучше, да, пошли на выход. А, ну я понял, то есть настройки лобби выход, и ты ничего никогда не потеряешь, да, здесь? Да, там бывает какая-то доля, маленькая доля вероятности того, что штурму что-то падает. То есть, смотри, вот вы сейчас наглядно показываете, что голым можно просто зайти в метро без всего, с ржавыми патронами и выйти, по факту, одетыми и с миллионами. Ну да, кстати. Факт. То, что многие все время спрашивают, как подняться. Вот вам наглядный пример. Поначалу, типа, надо, наверное, каток
20 сыграть, чтобы понять вообще плюс-минус. Поэтому, пацаны, я пользуюсь моментом и еще раз вам говорю, пацаны, давайте готовимся к битве. Ну вот Кент, я говорю, я тогда не закончил мысль, он меня подначивает уже не первый день с этим битвой на 100 лямов. Тогда на сегодня все? Да, да. Да, спасибо, ребят, что... Спасибо вам тоже, да, спасибо, что позвали, душе, вообще, с кайфом, да, приятно, да, было познакомиться. Взаимно. Давайте, мужички, обнял. Все, давайте, парни, всем спасибо. Давайте, парни, спасибо. Давайте, пока. Все, пока, давайте, пока. Пока.